Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, игрушка под названием «Сталкер. Тень Чернобыля». 13-я серия, на секундочку. 13-я серия. Сегодня делаем бабки. Делаем бабки, потому что мы затащили с тобой базу военных в других частях, а тут базу свободы. И вот, военные склады. Сегодня вытаскиваем оттуда все, что мы заработали. Это, во-первых. Во-вторых, приятного тебе аппетита, приятного просмотра. Тут вот снизу написано. Сейчас игра загрузится, отдам тебе экран. Собственно, чё вообще, в чем приколы? Прикол в том, что нам надо вынести с тобой, но тут есть пока что свобода, и нам особо-то как-то не вынести, пока здесь есть свобода, как бы. Надо аккуратненько как-то пройти, и у меня есть ощущение точно, что там кто-то есть, да. И чё-то меня ощущение не обмануло. Я прям, блядь, настолько косой! Вчера бомбил. Для меня это было вчера, 4 серии подряд записал. А для себя это было буквально неделю, наверное, назад. Плюс-минус где-то вот в таком количестве времени назад, я думаю. Собственно, в чем прикол-то? Прикол-то в чем, понимаешь? А, приколов нет. Я вчера сам над собой угорал, потому что, ну, что-то как-то я сильно прям эту бедную клавиатуру. Я думаю, она хилее. То есть она покрепче, чем я думал. Полетел! Далекий полет. Вот там он есть. Вот отсюда было... Они же, да, живые? Нет, блядь, я что-то... Я линзы не одел, представляешь? Линзы не одел, вот теперь херовенько себя... А, это, блядь, балка какая-то. Ха-ха. Ой, сейчас вижу балку. А, собственно... Все, не будем гудеть. Вот эти... это вообще некрасиво. Я вас слышу, суки. Только где же вы, мои маленькие, бравенькие F6? Нехороший человек испытывает терпение, а ты чё? Дурак совсем? Ой, какие-то фризы некрасивые. Чё, дурак совсем? Давайте я вон еблет дам кому-нибудь из них. Ну вот видишь. Да хватит ты мне там орать. Ты что думаешь, я тебя боюсь? А вот, блядь, и нет. Да-да-да. Сомневаться нет времени, понимаешь? Так, берем что-нибудь из вот этой вот оперы. Вообще клевая пушка, она мне очень нравится. То есть лайк за нее. А, собственно, лайк под видео поставил? Она здесь поставил. Сегодня пишу несколько игр сразу. То есть сейчас серии 2 по сталкеру, может быть 3, а потом еще одну игру, какую-нибудь хоррор. А может еще какую-нибудь игру не хоррор, относящуюся к хоррору ни разу, может быть. Вот. Ну фризы, карта прогружается. То есть ты это понимаешь, я надеюсь. Блять, мне не нравится, как... Какой... Что сегодня, блять, с картой? Что-то она сегодня подтупливает. Короче, невыгодно мне бежать. Че можно сожрать? Подожди, блядь. Это два таких у меня, что ли? У меня их таких два, ёптить. Ништяк. Подожди, а мне... Мне бы... Может, тогда вот так сделать? Прикинь. Здоровье плюс 800, блядь, сразу. Ха, нормально, да? Разошелся, пацан. Хуярим сейчас с тобой на территорию базы долго. Там выкладываем наши яйца. Откладываем, ёпта. И возвращаемся сюда еще за одной партией яиц. Почему так? Потому что я хочу подзаработать бабла на нормальный бронежилет. То есть сейчас не такой уж он и плохой, блядь. Но я не хочу ходить под знаменем свободы. Не то пальто. Может, в другой части мы вступим в свободу. Но сейчас нет. И сейчас я не горю желанием идти в свободу. Тем более, они точно не горят желанием приглашать меня туда после того, что я устроил. Я, блядь, забрал их главный, по-моему, главную базу. То есть ты представляешь... Мы забрали главную базу военных. Мы забрали с тобой главную базу свободы. Ты представляешь, на что мы способны с тобой? Клава, я заболел. Что за хуйня? Что за хуйня? Опа, опа. Кто там? Господа, что там сидим? Если... Кто там стонет? Вы что там, блядь? Ро, ты снайпер завалил, да?
Молодчина. Убрал его с нашей дороги. Вот возьми за работу 4 тысячи. Нихуя удобно зашли. Наконец-то заплатили. Я затащил. Я всю базу, сука, их затащил. Надо было им сказать. Я сделал все, понимаешь? Спасибо за помощь, Мечин. Его держи свой гонорар. Спасибо. А, как хорошо-то, блядь. Как хорошо-то, блядь. Ну, кричи давай. Че, все, что ли? Все, работа оружие закончилась? Нихуя ты. Да сейчас я опущу оружие. Бомба это не оружие. Ну ладно. А 12 штук просто ни с того ни с сего. Просто удобно, как говорится, зашли. Если так погулять теперь, можно вообще бабла поднять нормального. Потому что мы с тобой затащили базу свободы. А база свободы, ну это такое, конечно, место, где там как бы кал полный, но, блядь... Чё сейчас за звук был удара? А, кал полный, потому что там люди каловые просто, понимаешь? Не, ну они красавцы, все равно, свободы тоже красавцы. Почему они мне не нравятся? Они мне не нравятся, по-моему, с чистого неба. Там в них вступить нужно было что-то сделать, блядь, для них. То есть для долговцев там ничего делать не надо было, по-моему. А для них прям надо было что-то делать, доказывать свою, типа то, что ты там их не предашь, вот это начинается говно, которое, ну, это бесполезно, хуй, да. То есть как бы, давай-ка это, фейерверк устроим, подожди. Так. Давай! Давай не будем это никогда комментировать. Да что, блядь, происходит? Молнии какие-то. Все, давай, забудь. Забудь, этого не было. Этого не было. Не, вообще не было, понимаешь? Ни разу. Вот. Стойка заебала скрипеть. Идем с тобой на базу долго. Долговцы красавцы. У них здесь база. А, у них, кстати, и когда будет, по-моему... Чистое небо, у них тут же будет база. Ну давай, ёпта. Не остановит долг. Сколько у меня по баблу? То есть нам надо-то всего-то там 200, сука, тысяч рублей на экзоскелет, как у этих богатых чувачков. В принципе, почему бы и нет, но в нем бегать нельзя. То есть наше прохождение удваивается, а то и утраивается в, блядь, за счет того, что мы будем между локациями просто, блядь, как черепахи передвигаться. Поэтому я не вижу смысла покупать экзоскелет. Можно купить какое-то оружие, я себе клевое нашел уже. Больше-то особо ничего не хочу. То есть, оружие хорошее есть, на патроны бабки будут. И, ну и броню какую-нибудь поинтереснее. То есть что-то около экзоскелета, но только не экзоскелет. То есть ты меня понял. Бар! 100! Рентген! Да. Ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Клевая игра. Такая атмосферная, но, блядь, бомбануло вчера знатно. Но мы уже с тобой это видели. То есть игра прям насилует знатно, но так приятно, когда ты приходишь в бар. Тут так, знаешь, лампово. Я хотел... Смотри, что у меня есть, блядь. А, я бы мог тебе это продать, но я не буду тебе это продавать. Я что, ебанутый? Мне это надо для задания. Вот этот 100% я ему отдаю. За... Сука! Терпеть его не могу. Все нахуй. Бомбит. Понимаешь? Выносит. О, вот эта штука прикольная. 160 тысяч. Я не смогу столько вытянуть, понимаешь? У меня нет столько бабла. Вот это отдаем. Вот так делаем. Оп. 10 штук. 10 штук мы с тобой делаем. Торгуем. Десяточку мы получаем. То есть 47 мне должно быть, да? 44, я думаю, на 37. Сейчас пойдем, заберем еще наш схрон. Обсмотрим там ребята, которым там хорошо было. Сейчас мы можем до туда вот добежать спокойно. Забрать все, что можем. Прийти еще раз сюда, торгануть. Ну, то есть у нас сегодня такие торги. Ну, то есть это часть прохождения. Я бы мог не записывать по этому серию, но... Понимаешь, это, ну, тоже своеобразное такое приятное ощущение того, что ты что-то такое сделал. Гайсы, здорово. А, давайте я F6 снюсь. Вот, я ему обещал гранатомет, я ему отдам, базара ноль. Спокойно вообще. То есть я как бы сделал дело. Только дайте мне 10 000, блядь, за это. Ну, серьезно, я, блядь, всю территорию свободы. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел? Да, вот бульдог. Полученный предмет.
Ну, он такой, да, хороший костюмчик. То есть, как бы, брада. Я что-нибудь на примете. Убрать стаю собак. Найти модифицированную винтовку. Какую тебе винтовку надо? Кто-то помогает наемников. Совсем недавно они стали ходить с автоматами, модифицированными для ведения снайперского боя. Они сами понимают, что опять в стволе. Ну, не знаю. Пока нет. Давай разберемся с этими. А что там еще пробовать-то есть? Нейтрализовать бандита. Что за бандит? Кличка объекта кочерга. Ну, отстань ты со своей Чего кочергой, блядь. стоишь? Брата, Выкладывай, ты... зачем кричишь? Я как бы все затащил. Не? Суки, вот дали бы мне Здравствуй, тысяч брат. 30 за то, что я убрал всю территорию свободы. То есть я же на них работаю-то теперь, получается. Ну, слушай, с ними поинтереснее. С ними поинтереснее. Они мне даже костюм дали. А свобода мне еще ничего не давала. Поэтому как бы все. Свобода плохая. Свобода плохие. То есть можешь покрыть накалом, если ты любишь свободу, я тебе разрешаю, но у каждого разные взгляды. Но если тебе нравятся свободовцы, ну, пускай нравятся. Если тебе нравятся долговцы, пускай нравятся долговцы. То есть мы можем с тобой спорить. Это как, знаешь, я не знаю, это как черный и зеленый чай. Я Погоди, не не знаю, с забей. чем тебе сравнить. То есть, как бы, сравнивать это не нужно. Это две разные Забей совсем сюда, не зря. группировки, как бы. Мне там какая-то смс-ка пришла, понимаешь, там, на телефон, но я не пойду ее. Она вон там сзади меня лежит, но я не пойду её, на нее смотреть. Смотри, вот эту сучку я продаю за пятак ему еще. Вал, блядь, я бы купил бы вал. Он клевый на самом деле. То есть он как бы получше вот этой сучки, намного причем. Но! Тут, блядь, уже ну, и сломана малех. Вот такую броню, понимаешь, хочу. 160, ну то есть 200 штук нам минимум надо на то, чтобы нормально так экипировать себя, чтобы яйца-то были нормально себя чувствовали. Короче, ближайшие три серии мы точно потратим на только на, блядь, на заработок денег для экипировки, потому что мы с тобой, блядь, бывалые в этих местах. Мы должны ходить с тобой лучшими. Запомни одно, пожалуйста. Я тебя хочу настроить. Ты должен быть лучше всех. Ты должен быть самым клевым или самой клевой. Ты должна или должен быть лучше всех. Насрать в чем, блядь. Если ты приходишь, есть кто-то лучше. Множество просто игр этому пример. Ты берешь, приходишь и делаешь лучше всех. Чтобы тебя, блядь, запомнили. Я в тебе уверен. Давай кулачка. Тынь. Все, кулачок тут. Кулачок был. Полетели с тобой опять на территорию базы. Свобода. Свобода. Вот. Не, ну игра хороша, она прям хороша, она прям. Ну, то есть мы долго, конечно, вчера пытались эту свободу забрать, но мы забрали ее. Мы всех уничтожили. Короче, соберем сейчас, сделаем себе какой-то спокойный такой, назовем это билд, чтобы у меня не было, блять, всякого говна в инвентаре, то есть как это и есть у меня порой. Ну, это свои там, да, доли-доли попивает. Это надо, нам не надо, я думаю, патроны. Вот это вот надо, наверное, все-таки возьмем. А вот это. Да и тут тоже можно забрать. Почему все-таки нет? Побежали с тобой сразу туда, куда нам надо. Hi, guys! Спасибо за бабки, кстати. Вот они красавцы. Им за это респектос, потому что поймали меня. Попросили насчет снайперов разобраться. Я же разобрался, сделал смело. Ля-ля-ля-ля-ля. А мы что, продали артефакт, который нам нужен был? Гравий. Но он нам не нужен. И тут колючка. Ну нафиг, ладно. Артефакты тоже нужно билд какой-то универсальный создавать, но у меня на них вообще бабок нету. То есть я как бы купить себе не могу, блядь, бронежилет нормальный. Но чтобы купить себе артефакты для нормальной защиты, мне кажется, это... Это должно быть прям вообще... Надо быть сынком депутата. Да, я надеюсь, ты понимаешь, в чем я. Ух ты, блядь. Откуда ж ты, блядь, там взялся? Тоже, блядь, интересная идея взять посередине карты. Ну и где ты, блядь, родной мой? Минус 2 эблета. Спрое... Ты чё, сука? Чё, ещё раз заново вытаскивать вас? Или чё здесь? Нечего по-вашему заняться, блядь, нечем. Я же вас сейчас сделаю опять быстро, и всё, и вы сдохнете опять все, блядь. Пистолет брать не буду, нахуй надо. Там он ещё, блядь. Понимаешь, это не должно было так работать. Я хотел, блядь, вернуться и забрать уже все свое, блядь. Дайте голову ему, блядь.
там начали вылазить. Ну то есть они, блядь, обновились, хуи ебаные. Ну куда ж ты, блядь, побежал-то, родной мой? Мне тут упал мой друг. Да, вон он лежит. Зачем? Зачем вперед, блядь? Пошли тихо-потихому выносить их заново. То есть сейчас я более уверенно себя чувствую, даже аптечки не купил. То есть я думал, блядь, мы просто вернемся и все, и здесь все будет как надо. О, просвет какой удобный. Вот, суки. А ты, сука, какой-то, со спины схуярит. А, я понял, где ты, блядь. Минус еблет. Ты чё, сука, а? Ебало был, походу. Где-то двоится, блядь, этих вот мудаков. Ну то есть чё ж, сука, там, а? Пули летят отовсюду, просто пиздец. Отъедь, блядь, отъедь, говорю. Нет, не отъехал, не было. Минус. Ну давай ты, блядь, там, а уже, умри. Блядь, хули я в эту ебаную свинью стреляю, нихуя ты нашел себе цель. Во. А ты, сука. Схрончики всякие тут пособираем, блядь. Ой, видал, что нашел. Откуда летит, просто понять не могу, понимаешь? Не чувствую пока что игру, ёпта. Чё-то тут, блядь, такая территория очень такая, низкого FPS, назовем ее так, хорошая территория. Блядь ты, а! Гандон, блядь. F6. У вас есть то, что мне нужно, блядь. Сидите нахуй тогда, будьте добры. F6. Что у нас тут есть? Пушки собирать не буду. Они, блядь, копейки стоят, которые мне, блядь, не окупаются ни разу. Заебёшь, пацан, блядь. Прятаться там. Я, блядь, половину ваших солдат уже уложил. Крышка мне. Ну да, блядь, кочерышка. Чё, блядь, я сегодня так плохо разговариваю? Ты знаешь, тихо, это рук дело, блядь, все эти ваши смерти ебаные. Моих, сука, вот и бойся меня, мразь. О, пушка, оп. Хотя можно их так-то пособирать, на самом деле. Но только вот видишь, в чем проблема. Если я, блядь, еще раз сюда вернусь, мне придется дрочиться хуево тучу времени, чтобы собрать это все. То есть был бы экзоскелет, то еще можно было бы их собирать. Сейчас мы идем, смотрим, что у нас тут есть. Стоп, что, блядь? Фу, блядь, я думал, все произошло не так, как надо. Выкладываем вот это дерьмо ебаное. А, то есть, как бы, потому что оно нам не надо, оно не стоит столько, чтобы окупиться. Вот это вот что? Это пятаки вообще стоят, ну, бессмысленная трата денег. Вот, видишь, опять. То есть, надо что-то выбросить. Вот это выбросим, и мы можем спокойно... Ничего, не можем разве спокойно идти? 62. А нам нужно чуть меньше. Ай, что, блядь, выложить-то, а? АК? Или эту хуйню? АК, естественно, нахуй мне АК нужно. Блин, пользоваться уже скоро не буду. А вот эти пукалки... Ну, я могу идти, в принципе, уже радую. Вот это даже вот с патронами с другими, понимаешь? О, я понимаю, вот эта пушка. Безделушка, понимаешь? А сейчас мы просто с тобой берем, выходим. Спокойно. Блять, 19 минут прошло, нифига себе, я думал, меньше времени-то прошло. То есть, серия потаскушек, понимаешь? Серия блядь, чё я сегодня разговаривать-то не умею. Прыжок с преподвыподвертом. Патронтаж, ректроманоскопия, дезоксирибонуклеиновая кислота. Что есть сложного-то еще из слов? Что сегодня? Я буквально, я говорю, я с утра записываю, для меня утро. Два часа дня, блядь. Для меня утро, то есть как бы я с утра для себя записываю серии, и потом днем их монтирую, или уже готовлю там ролики куда-то, заливаю и тому подобное. То есть, ну, как-то вот так это все происходит, потому что, ну, как бы вечером я занят, вечером бывают дни, когда я могу записать себе позволить. Но это бывает достаточно редко и не всегда. Вот, у нас есть хорошие пушки, в ближайшее время у нас появится, надеюсь, новый бронежилет, но
ближайшие, я говорю, две серии еще, мы точно будем просто бегать, как девочка на побегушках. И просто, блядь, собирать мусор. Ну, не только мусор, естественно, блядь. Брат, тут у тебя же что-то по-любому интересное есть. Хули бы ты тогда бы там лежал. Либо ты как уебан лег там. А ты, сука. Вот это я уебан. Я истощен, чтобы двигаться, да? Да, я, блядь, истощен, чтобы двигаться. Какая уебанская идея была, да? Ну ты, сука, копейки ебаные, хули я за ними таскаюсь, я, блядь, падла уже, понимаешь? Ну, блядь, ну, я, блядь, за 2000 его продам ему. Он ебаный барыга, ну что это, блядь? Он же не знает, сколько это даже стоит нормально, по-нормальному. Тут пси-шлем, я могу, я охуею вообще, блядь. Электрошок. Удар. Не, ну костюм-то побосяю, но мне, естественно, что-то лучше уже надо, понимаешь? Я вырос с этих ебаных ваших костюмах. Там гром лежит, блядь. Гром, ну гром, но он тоже такой уже. Он его продает за 30, я у него, блядь, я ему продам его за 3. Даже, блядь, не половину. Где честность-то? Откуда мне брать такие деньги, блядь? Что я не представляю, что я, блядь, долларовый миллионер сюда приехал, в зону-то или что, блядь? Или когда из зоны выйду, я узнаю, что я долларовый миллионер. Что вы, блядь, вообще придумали-то, ебаный рот? Этот стрелок обоссанный, я иду за ним, блядь. Я иду за ним, я не знаю, что он мне сделал, но я иду за ним. Что, совсем все плохо? У меня энергетики есть, я даже этого не видел. Представляешь? Представляешь, что? Сейчас доходим до бара с тобой. Продаем все и расстаемся с тобой в этой серии, понимаешь? А посмотрим, сколько все это стоит. То есть я могу еще перезарядить оружие на такие патроны такого вот типа, но их всего у меня 13. То есть я докуплю их сейчас, скорее всего, потому что этой пушкой я буду пользоваться в основную. Она точная, это просто офигенно. По сравнению с АК ебаным, вот это тут... Она прям, ну, она хороша. Она точнее, чем АК. Точнее, чем еще какая-нибудь ТМ-ка. Ой. Вот. И я думаю, не такая уж она и плохая. 22 минуты. 22 минуты. Я просто вообще не думал, что я столько буду ходить. И в долг. Это тоже копейки свои стоят. Ну, я думаю, я их продам и все. И на этом мы остановимся. Больше я на свободовцев не пойду, потому что... Что-то это вообще не окупилось ни разу. Я думал, там, типа, хотя бы 30-ку вынесу. Я 10 тысяч, сука, всего 10. Зато СВД я куплю у него за 100, блядь, тысяч. Сейчас за косарь продал, потом за 100 тысяч продам. Нормально, нет, блядь, курс. Верните мне курс, суки. Я, блядь, застрелю же вас всех тут, долговцы. Вы, блядь, думайте, с кем умеете дело. Я вас вынести могу на раз и два всех. Всех причем, блядь. Меня военные боятся, меня боится свобода, блядь. А эти даже к себе, блядь, в банду взять не хотят. Нихуя себе расклады, я вот это понимаю, да, ну ладно. В конце, блядь, возьму и разъебу тут все. Хуям просто, тут всего 18 человек. 18 хедшотов и все, и вы лежите, суки. Спокойно вообще всех просто сделаю. Только мне в баре, блядь, пушку нельзя доставать, понимаешь, это честно, пиздец. Я зашел сюда, все. Честно, блядь, нихуя не честно. Ну, до этого бармена я ведь просто так не смогу, потому что так оно работает. Ну, чё ты гайз, блядь? 8, блядь, хорошо, хотя бы 8. Ну, 28, ну, пускай. У меня 78 только тысяч, блядь. Давай в долг, а, по-братски. Ну, конечно. Нахуй, конечно, блядь. Чё он сам себе в ущерб будет торговать? Вал хорош, блядь, вообще хорош. Типа, удобность у него побольше. Но точность чуть поменьше, как бы. Тоже такой. Ну да, он такой. Он бесшумный, блядь, но вот с точностью у него проблемы. Так, смотри, я вот этому чуваку хотел помочь. Сейчас мы с тобой расстаемся вот в этом уголку. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки. Тут есть мой канал, можешь тут прям подписаться. Вот тут два ролика, как бы плейлист. Спасибо тебе еще раз за просмотр. Оставляй комментарий. Ссылочка есть на группу ВК. Да, вступай, там мемы каждый день постятся. Есть на сервер наш Дискорд. Ссылка тоже, можешь туда вступить. Можешь с тобой как-нибудь покуролясим там. Спасибо тебе за просмотр и пока-пока.